Ролик. Так, ну вот, что сказать. Один из последних из Магикан. А, смотри, вот это вот, наверное, уже... Не, дело все в том, что скоро его не будет, а может он последний. Ну да. Потому что на некоторых местах в интернете поднимается вопрос. Ну, движок, я так понимаю, SMD какой-нибудь, да? Здесь вот есть табличка. Таллинский экскаваторный завод. Ну вот я вижу 0965, последняя цифра, не знаю. D512 я вижу. Год не поймешь какой. Значит, вот очень важные места я сниму. Дальше уж сами разбирайтесь. Здесь стоит гидромотор. Но это понятно, это на поворот отвала. А вот сам отвал вроде бы передвигался вручную, механически. Вот такая вот, я так понимаю, рулевая система. Или нет, это не рулевая система, это наклон клиренс, да, наклон колес этих. А ты сам грейдерист, да? Или про... А, я уже один раз здесь отучился. Здесь можно договориться. Тогда было, скидку сделают. От безработных. А, от безработных. Я-то ходил здесь за свои деньги. Здесь женщина-начальница, по-моему. Да. Было много скандалов вокруг этой курсовой базы. Налоги, что ли, не платят. Ну, а кого это интересует? А там его приживет? А вот и пускач. Ну что, почти все на месте. Топливный насос. Made in USSR. Но самое главное... А я не знаю. В кабину можно, нельзя. Сейчас попробуем. Самое главное это то, что хотя бы что-то где-то, но остается и не сдается в ремонт. Здесь я сейчас этот репортаж веду из Латвии. Город Огре. И вот это вот здание Огрской курсовой базы. Я здесь тоже пополнял коллекцию своих категорий. У меня их очень много. У меня нету только вот на лесную технику и на сельскохозяйственную. А так у меня все есть. Мало того, что в советском дорожно-строительном стройбате наполучал кучу всяких корок. Тут еще допополнил их. Ну вот, в общем, еще надо будет фотографию сделать из более-менее хорошего ракурса. Вот здесь вот, по-моему, хорошо будет. Вот такие грейдера строились в Таллине. Крыша, кабина деревянная, да? Крыша точно деревянная. Ну вот, пока, наверное, и все.